Всем привет! Сегодня я решила показать, как я делаю расклады на ипотеку. И тут такой вопрос, да, человек задает. Получится ли человеку выплачивать ипотеку на протяжении 30 лет? И получится ли ее закрыть раньше? Вот, что я смотрю в данном случае? Первое – это сама ситуация и что помогает ситуации, что препятствует. Что из прошлого влияет на ситуацию? Каковы возможности человека по взятию ипотеки вообще? Вот эта позиция. Эту карту я дополнительно выложила на вопрос, дадут ли в выбранном банке. Дальше. Возможности по выплате. Вот эта позиция. Как будут продвигаться дела с выплатой в ближайшие 5 лет. Эта позиция. Дальше. Финансовые возможности по выплате у супруги. Финансовые возможности по выплате у супруга. Ипотека берется на женщину, ну тут как бы расклад уже на реального человека сделан, и вот получается ипотека на женщину, но платить будет муж, как она говорит, да, ну тут понятно, я уже вижу, что оба будут платить. Влияние окружающей среды, смотрим дальше, смотрим первые 10 лет по выплате, вторые 10 лет и третий период. Третьи 10 лет. И итог. Получится ли вообще закрыть ипотеку? И получится ли закрыть досрочно? Вот эта позиция. Ну, скажу вкратце, да, что вышло. А, нет, не все сказала. Я еще не сказала совет. Стоит ли брать ипотеку и почему? Ну, тут в данном случае карты показывают, что не стоит. И причину этого. В общем, ситуация такова, что ипотеку взять будет достаточно проблемно. Да? Вот эти карты показывают, что будут препятствия, будут сложности. Либо вообще завернут ипотеку, либо придется обращаться в другой банк, либо будут проводить какое-то расследование по поводу платежеспособности. Да? Вот как раз рыцарь мечей может показать ту структуру, которая будет этим заниматься. Но вот не скажу, что шансы прям вот никакие. Да, просто эти карты показывают вот из моего опыта сложности, да, препятствия. То есть, возможно, в тот срок, который люди хотят, не получится взять. И я вам скажу, это не просто так, да, потому что и советом выпала карта не брать, да. То есть все препятствия, они не просто так возникают, да, это для того, они возникают, чтобы человек задумался, нужно ли ему брать вообще на себя такую ответственность, по крайней мере, в данный период, или не нужно. Так вот, это и будет возникать. Сама ситуация связана с тем, что у женщины, женщина должна выкупить долю в квартире у своей сестры, и как раз вот королева чаш показывает эту сестру, и, собственно, и ее же и саму тоже может показать, да, поскольку тут тревожность, то есть королева чаш в таком тревожном аспекте выпала, и императрица – это, скорее всего, помощь этой же сестры, да, по оформлению ипотеки или документов на ипотеку, либо помощь какой-то другой ближайшей родственнице, либо хорошей знакомой, ну, либо поможет ее материнство. У женщины трое детей, и, возможно, будут с этим связаны дополнительные возможности. Что еще важно? Не буду все позиции рассказывать, я думаю, и так ситуация понятна. Что важно, что и ей придется тяжело работать, чтобы выплачивать эту ипотеку. И мужу придется много работать, но работа у супруга не руководящая, не особо денежная.
И не сказать, чтобы его возможности в покрытии очень большие. Да, то есть покрывать, чтобы покрывать, нужно очень много вдвоем работать. Ну и, собственно, возможности по выплате, да, позиция, выпала карта император. Все-таки основные возможности все-таки остаются у мужчины. Хоть и тоже непросто, но у него возможности есть. По этим картам, по срокам, как будет складываться ситуация с выплатами по десятилетиям. Первые 10 лет нормальная карта. А вот сложности, самые-самые сложности, проблемы и, возможно, задержки возникнут во втором периоде, да, во второе десятилетие. И, возможно, придется перефинансироваться, либо еще что-то сделать. Вот, то есть карта достаточно проблемная. Кто-то вообще дьявола трактует. Ну, раз денежки, значит, карта положительная. Вы знаете, в моем случае, да, в моих раскладах это крайне редко, да, если только мы смотрим какие-нибудь там ставки, либо инвестиции, или вот что-то такое, то тогда да. Но если, например, дьявол выпадает вообще на денежную ситуацию человека или вот, например, в годовом раскладе в позиции финансов, это всегда проблемы, это всегда большие сложности. Вот у меня так отыгрывается. В третьем периоде тоже нормальная карта. Ну, конечно, странно для меня, что карты вообще не денежные. И заметьте, вообще в раскладе на ипотеку не выпало никаких денежных карт. Да? То есть дисков у нас нету. Вот. А на вот эти все позиции, да, я оговаривала условия, если дадут, но, то есть, если дадут, вот так вот ситуация будет складываться, да, и сложности будут, и человек все-таки сможет покрыть, ну, может быть, даже чуть позже срока, да, и вот принц мечей показывает, что раньше не получится закрыть, да, но ключевое слово это при условии, что дадут. Но тут есть вообще риск, что не дадут, по крайней мере, в тот период, который они планируют. Вот, либо в том банке, в который они планируют. Да? То есть, как бы тут с этим достаточно сложно. Ну и вопросы, да, по почему все-таки нету в раскладе дисков, да, и мечи достаточно агрессивные выпадают, и тройка, и девятка, и рыцарь мечей. И много жезлов, то есть усилий будет гораздо больше по закрытию ипотеки, да, чем, собственно, сам результат. То есть, скорее всего, эта ипотека очень вымотает людей, и, в общем, не зря карты показывают, да, что ипотеку брать не стоит. Ну, кстати, вот еще на Табуламунде я дополнительно посмотрела. Это возможности мужчины по закрытию ипотеки, возможности женщины и совет, да, то есть стоит ли брать. Ну, тоже карта не очень приятная, да, в общем-то, в данном вопросе и четверка мечей на Таро Тота, и пятерка жезлов на Табуламунди, они будут давать одинаковый ответ, да, что не стоит брать ипотеку. Ну, а тут понятно, что возможности у мужчины есть, но опять же не полные, да, двойка дисков может тоже показать, что периодами будут у него сложности, но все равно колесо фортуны и искусство достаточно неплохие карты. А вот в женской позиции выпала она сама, как императрица, и карты сложные, да, семерка пентаклей. Конечно, у нее будут большие проблемы с тем, чтобы участвовать в выплате ипотеки, хотя придется ей работать много, как мы видим. И карта семерка чаш как раз показывает такую ситуацию, что она не будет зарабатывать столько, сколько планировала, или что будут они крыть вообще с такой скоростью, как, ну, в таком режиме, как планировали. То есть, возможно, будут уходить деньги на покрытие ипотеки, но на что-то другое будет хватать с трудом. В общем, расклад получился достаточно проблемным. И на дне колоды смотрите на Таро Тота, пятерка чаш. В общем, ничего хорошего в такой ипотеке я не вижу.
Этот расклад я использую достаточно часто, когда спрашивают про ипотеку, и, в общем-то, он достаточно хорошо работает. Ну, это всем известный Кельтский крест, да, только позиции я уже свои назначила, как мне удобней. Всем пока, кто решил меня послушать и что-то, возможно, в свою копилочку добавить.